Это действо происходит в этом городе, я знаю, что многие уже знакомы, что это не совсем концерт, так сказать. Поэтому давайте просто для тех, кто будет проживать первый раз, наблюдать за тем, что происходит на сцене, безусловно. Мы не можем не смотреть на персонажа и на то, что они делают, что они проживают. Но не в этом главное, а на себя чувствовать, себя видеть. Это, может быть, и заключается одна из основных версий того, что мы знаем о музыке, что есть музыка вообще, для чего она вообще существует. Конечно, можно выучить какую-то песню, чтобы представить всему миру. И это тоже здорово, это часть того, что мы делаем, проживаем, делимся с миром. Но когда это действие превращается в какой-то вот поток самовыражающийся, пусть он нам открывает что-то внутри себя, пусть он нас возьмет в такие места, в которых о которых, может, забыли просто. Что добрых нам всем странствий, давайте доверять жизни, что мы в правильном месте, в правильное время проживаем то, что нам нужно видеть, чувствовать, быть. Благодарим всем. Thank you.
Thank you.
Thank you.